В эти выходные театр у моста приглашает на спектакль «Курица». В субботу и воскресенье начало в 18:00. Театр в субботу и воскресенье показывает спектакль «Поминальная молитва». Начало в 18 часов. В театре «Сцена молот» в воскресенье спектакль «Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья». Начало в 14:00. В театре оперы и балета в выходные премьера «Балет «Лебединое озеро». В субботу начало в 19:00, в воскресенье в 12 часов. ТЮЗ приглашает в субботу на спектакль «Беда от нежного сердца». Начало в 18:00. В воскресенье в 11:00 на сказку «День рождения кота Леопольда». В 18:00 «Слушай, как поют эльфы». Самых юных зрителей ждут в театре кукол. В субботу в 11:00 и 13:30 на спектакль «Буратино». В 16:00 и 18:00 на моноспектакль «Сказки из чемодана». В воскресенье в 11:00 на спектакль «Машенька и медведь». В 13:30 и 16:00 на моноспектакль «Сказки из чемодана». О других интересных событиях в городе в этот уикенд. В субботу в парке культуры и отдыха Балатова полумарафон «Февральские метели». Начало в 9:00. В зале дзюдо «Камкабель», улица Гавинская, 105. В субботу состоится первенство города Перми под дзюдо. Начало в 11:00. Любители сноуборда и лыж приглашают на горнолыжный комплекс «Майская гора» на первый сноуборд-контест. Старт в субботу в 11:00. В музее пермских древностей в субботу лекция «Динозавры в кино. Компьютер оживляет чудовищ». Начало в 17:00. Те, кто стоит на лыжах уверенно, приглашают на соревнования по ориентированию на лыжах. Улица Целинная, 2А/2. В 10:30 в воскресенье. В 11:00 в Центре детского творчества «Юность» клуб «Вега» пройдет шахматный турнир «Защитник Отечества» для детей 12-17 лет.